Всем привет, дорогие друзья, с вами Мудрсан. Продолжаю исследовать зараженные зоны. На очереди зараженная зона лечебница, которая находится на юго-западе. То есть вот она. Добраться можно с Джефферсон Плаза, либо с Аэрокосмического музея, либо с Центра космических исследований. Так, сразу скажу, что зона у меня уже пройдена. Я когда проходил сюжетку, ее прошел. То сейчас вам покажу как бы все постфактум, то есть по пройденному пройдемся, посмотрим. Так, заходим внутрь. Рядом питьевая вода. Тут внизу два ящика. Так, в одном, не помню, что уже было, тут у нас, по-моему, гранаты. Так, гранаты. Заходим в помещение, есть дверь направо, проход. Вход в зараженную зону. Окей. Перехвачена трансляция врага. Так, нам нужно попасть туда, вот, в ту дверь. Горит желтая лампочка, прохода нет. Так, проходим в боковую дверь. Перепрыгиваем. Так, здесь видим ключик. Ключик забираем. Так, шибаем замок, проходим эту дверь. Так, вот этим ключиком открываем, который взяли, открываем вот эту дверь. Так, тут видим щиток электрический. Его вырубаем. Вернее, разрушаем. Так, здесь вот на круглом столике вот первый телефон сотовый. Его плохо видно, вот он. Как бы так встать. Вот он. Его берем. Ну, в данном случае у меня уже взято. Так, проходим. Так, загорелась зеленая лампочка у нас. Проход открыт. Заходим. Так, эти двери закрыты изнутри. Чтобы их открыть... Вот раньше было здесь пространство, как бы, ну, можно было к стеклу подойти и дверь открыть изнутри. Сейчас я этого почему-то сделать не могу. То ли убрали это, то ли... Насколько я знаю, с этим какой-то баг был. То есть, скорее всего, убрали. Раньше можно было через стекло, повторюсь, разрушить замок и войти. Делаем по-другому. Так, где у нас? Ага, вот, опускаемся в подвал. Перехвачен радиосигнал врага. Тут находится генератор. Так, нажимаем кнопочку. Выключаем питание. Тут фишка в том, что надо сначала выключить, а потом включить. Перепрыгиваем. Так. Замок сбили. Так, есть проход. Так, вот здесь вот на столике, видите, вторая мобила. Второй телефон. Так, теперь спускаемся в подвал. Перехвачен радиосигнал врага. Так, вот. Кнопочка активировалась. Подаем питание. Так, открылся у нас лифт. Поднимаемся наверх. Так, выходим на крышу, и здесь вот в конце, на барной стойке, вот он, третья мобила у нас, третий телефон.
Все, три телефона мы нашли. В каждой зараженной зоне по три телефона должно быть. Спускаемся. Перехвачена трансляция врага. Так, ну вот, в принципе, и все. Это была зараженная зона лечебница, находящаяся на юго-западе. Сразу скажу, само по себе место интересное. Здесь вот окрестности. Я как бы побегал, куча разного шмота, куча разного ящика. То есть изучайте все закоулочки. Рядом замечена позиция под охраной противника. Изучайте все закоулочки, переулочки и очень много ящиков, что я заметил, различных. А с вами был Мурзасан. Всем удачи и всем пока.